Работаю в школе, но этого не знаю. Когда ходили в школу, то, наверное, знали. Сейчас уже плохо помним. Значит, в 25-м году в Терновке было 1020 частных хозяйств, и вдруг только раз и коллективизация этих частных хозяйств. Частники не хотели коллективизации. Вот поэтому поднялись бунты. Луг здесь, в этом месте, значит, они чувствовали, что все равно их разобьют, и они там побросали оружие. У кого сабля какая-то была, у кого-то там обрез какой-то, значит, у кого там пистолет какой-то. Но это все побросали. Они знали, что будут аресты. Люди подняли восстание, а поплатились тем, что они страдали в 1933 году.